сегодня на этом подходе я хотел бы отдельно подробнее говорить о нашем новом проекте, о отряде, который будет вновь развернут в системе МВД на основе вертолетной техники. Мы довольно долго уже прорабатываем вопрос с французской стороной, с компанией Airbus, которая является ключевым поставщиком вертолетов на территории Европы. И вместе с нашими вертолетами украинского производства мы образуем отряд, когда вертолеты будут выполнять специальные функции для полиции, для Национальной гвардии, пограничников и основную для службы чрезвычайных ситуаций. Представьте себе мир, в котором у нас в каждой области, в доступности, в каждом населенном пункту функционирует вертолетная группа, которая может разрешить любую проблемную ситуацию. Будь то санавиация, какой-то экстренный медицинский случай, или несчастный случай, или ситуации в горах, или ситуации криминального характера. Тогда уже работают совместные подразделения и полиции, и Национальной гвардии, и службы чрезвычайных ситуаций. Этот симбиоз, который мы будем выстраивать, начинать в этом году, и эта программа продлится 3 года, я думаю, создаст наибольшую, одну из самых лучших служб безопасности и для нашего населения на всем европейском просторе. Потому что мы посмотрели опыт функционирования таких служб во Франции, в Германии, в соседних нами странах, в Польше и в Чехии. И я думаю, что позже стартуем, но выстроим лучше.